Да? Полиция. Вы Навального агитируете? Вот мы вам привели. Полицию привели? Реально, полиция. Да не волнуйтесь. Наш дел Марик. Все верно. Придет большой начальник, с вами все обсудит. И вы что-то решите. Я так понимаю, вы за спорт, да? За спорт? ДОЖ. Здоровый образ жизни. Круто, молодцы. Конечно. На спину. Ну, смотри, вот так вот. Сейчас мы, короче, побежим, и нам с противления при аресте появят. Почему? Ну, типа, убегали. Ты опять параноид. Нам нужно будет ускоряться, чтобы бежать? Им тоже нужно заниматься спортом. Конечно. Оп. Было, мне тоже. Давайте. Пробежаться можно, но только без надписи «Навальный». Как? Иначе это будет считаться акцией. Но мы футболки снимать, что ли, с людей должны? Одевайте другие футболки. Но у нас нет физкультуры. У нас нет футболок. У нас там вот кто-то вот видите, кто-то есть без футболок. Ну, я понимаю, как бы, в общем, я вас предупреждаю официально. Ну, подождите, то есть нельзя перед смотрите, смотрите, это очень важный момент. Футболки с надписью «Навальный» запрещены в России. Я еще раз говорю, что если вы побежите в футболках, и это вот как бы сейчас класс, будет считаться акцией. А почему? Если они пойдут, давайте, нет, это важный момент. Вот если вы что... побежите, да. Значит, будут приниматься меры административного действия. Да, там просто мы пройдем, да, как-то выйти, пройдем, пообщаемся, поговорим. Да? Ну, мы-то не будем нарушать ваши какие-то правила, которые вам спустили сверху? То есть по какому закону нельзя бегать в футболке с надписью «Навальный»? Это запланированная акция. Вы должны были уведомить. Какой бег? Пробежка? Вы бегите, бежите с логотипом «Навальный». Что? Подожди, что? Правильно. И что? Ну, пробежку. То есть мы кого-то должны о пробежке? Утренняя пробежка вас все уведомили, что ли? Ну, правда. Ну, правда. Вы же сами понимаете, что вас заставляют делать глупость. Нарушать закон. По какому закону нельзя пробежать человеку в майке с надписью «Навальный»? Просто скажите мне, мы тогда, у нас есть юрист, мы проверим, этот закон действительно так или нет, и будем тогда решать, правда, с вами. Ну, в юридическом поле, мы же с вами находимся в юридическом поле, у правда? У вас сейчас проводится акция? Нет. Какая акция? У нас проходит пробежка. Спортивные мероприятия. Просто пробежка. Утренняя. Такой, обыкновенная пробежка, какую делают утром много-много тысяч человек в нашей стране. Никто из них, я вас уверяю, не подает никаких уведомлений. Я говорю, что вам бежать группой нельзя. Почему? Ну, потому какая разница? Это акция. Два человека бегут утром по этой набережной. Это акция? Полковник внутренней службы Погожев Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич. Да. Я не знаю, кто на вас давит сверху, чтобы вы занимались этим. Мы реально пробежим 1 километр туда и 1 километр 18 метров назад. И все, мы просто у нас реально примерно даже 2 километра. Я вам говорю, что пробежаться нельзя. Это будет акция. Это разве нарушение? Это мы чьи-то права ограничим, либо это общественная опасность какая-то. Ну правда, вы становитесь известным. Вы с таким логотипом бежите. Ну и что? А что в нем не так? Ну, а где здесь общественная опасность? То есть есть какая-то общественная здесь опасность? Можно. То есть, это можно, а Навальный нельзя. Я вам объясню. То есть с этим можно, то есть, да. Чтобы мы понимали. С этим можно бежать, да? А Навальный? Нет, кстати, его а, то есть нельзя. Нет, не надо выдирать можно, а Навальный нельзя. То есть здесь вот вы испалите, то есть у вас Навальный раздражает? Меня никто не раздражает. А Иванов? Вот если человек побежит в футболке, Иванов можно? Вообще мы думаем, что можно. Футболки Иванов можно, футболки Навальный нельзя. Общественно-политические мероприятия у вас проводятся? Нет. Да. Как вы это поняли? Да. Ну, как? Вы же знаете критерии общественного. Слово Навальный вас как-то а вы не знаете, кто Навальный? Мы знаем. И в чем проблема? Мы знаем, кто Навальный. А в чем проблема с этим? В чем заключается проблема? Ну, если хоть вы должны были уведомить о своей акции, согласовать. Это не акция. А про Иванова не должны были? Кто такой Навальный? И тоже про Иванова должны. Все. Давайте, короче, я вас предупредил. Мы можем идти спортивной ходьбой. Гуляем со сборной полиции. Я понимаю. Ну, а что происходит? Сколько их? Ну она вообще не за Навального, они из другого города приехали. Я вообще из Рязани, типа, ну. Аккуратно. Можно? Аккуратно. Сотрудники полиции просто. Я тоже решение. Я тоже как Госдума это увидел сразу мысль. Надо идти в центр. То есть у нас уже в центре Москвы нельзя пройтись в майке с надписью «Навальный» без конвоя. Конвой предоставляется за счет бюджетных средств, собственно говоря. Конечно, все всем бесплатно. Наша милиция. Не, а чего они по плитке катаются? Да.
Может, квал, тут вообще все аккуратнее. Красивая фото, сильная. Это типа уже сторону набережной? Да. Принял. Реально, а может, это многоходовочка, может, я на самом деле забываю. Красава, красава! Первый раз вижу сторонников Навального. 13, 14, 15, 16, 17. Нельзя все, 17 ждем. Смотрите, мы вот сейчас вот ровно 2.18. Скажу вам честно, такого агитационного эффекта не ожидал никто. То есть мы-то думали, в закрытом помещении, там пространстве, по набережной пробежимся сами для себя. Прошлись прогулкой по центру Москвы. Спасибо, товарищ подполковник. Под охраной.